В рамках рабочей поездки глава муниципалитета Андрей Иванов посетил выставку ежегодного конкурса детского творчества «Рождественская звезда» в Захаровском доме культуры. Картину «Рождество», выполненную Марией Кирдяковой, одной из победительниц, глава выбрал для вручения коллективу нового детского сада «Искатель» в Новом Городке. Девочка нам подпишет? Ну, я возьму с собой фломастер, я уже подумал. Да. Сейчас поставим здесь дату. Да. Саму торжественную. Будет девочка и будет ее мама, она же педагог. Лена Кирдякова, это ведущая наша. Забираем. Юная художница также живет в поселке Новый Городок. В детстве занималась творчеством в клубе «Искатель», где теперь расположен детский сад. Под руководством своей мамы Елены Геннадьевны, одного из ведущих педагогов в Московской области. Как подчеркнул Андрей Иванов, картина будет напоминать воспитанникам садика об истории этого здания.